Второй раз в этом году. Это прекрасно. Да. Это да. Второй день. Да. По-моему, да. А там хотя больше. 14. Да. Слушай, но в любом случае, мы тебя не поздравляли еще с тем событием, которое можно считать но за последнее самое значимое. То самое событие, которое случилось 14 ноября. Дмитрий Билан стал заслуженным артистом Это случилось за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Я вот культуру, да. Почему смешок в конце? Почему? Послушай, ну как тебе сказать, на самом деле, ну как ты к этому относиться? Супер серьезно, наверное, ну как-то. Некоторые люди на это вообще-то некоторым гордятся этим. С другой стороны, как бы нет. На самом деле, конечно, я счастлив и рад, что произошла оценка. Но все-таки кто больше радовался? Принципе, ты, Яна Рудковская, твои родители. 17 лет, в принципе, пахать на Ниве, вот это непросто. Поэтому, ну, думаю, что заслуженно. Я просто не встречал ни одного человека, который бы не сказал, что это не заслуженно. И прежде всего, я думаю, что это заслуга реально, это не какой-то романтизм. Я не пытаюсь выглядеть лучше, чем я есть. Ну и заслуга людей, которые писали письма, начиная с 2008 года. И это все происходило, знаете, вот так очень мощно. И, видите, письма о том, что... Президенту? Да. Да. Да всем подряд, я думаю. Это вы, девушки, которые сидят у нас здесь? Да, 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 вы все. Не только... Конкретно по именам сейчас назовем всех. Кто писал? Там больше 4000 прощений. Одновременно. Друзья, ну в любом случае это состоявшийся факт. К нему все относятся по-разному, да, в том числе и Дима Билан. А я хочу спросить, Дим, тебе, ты сейчас просишь, чтобы на концертах представляли именно заслуженный артист России? Я хочу тебе сказать, я даже по поводу Евровидения прошу, чтобы не напоминали. Не вспоминали? Да, потому что надоело. Вот, я чем проще, тем лучше, понимаешь? Потому что, ну, прежде всего, как бы заслуги заслугами, а что мы несем? Ну, на самом деле, энергию, вот, прежде всего, как бы, стараться ее не задвигать и понимать, что это сопутствующие вещи. Самое главное, это, наверное, как бы не терять идею, энергию, сам жар, пыл, да, отношение к тому, чем ты занимаешься. Мне кажется, это основное. Вот, а награды, ну, это замечательно, здорово, но это не стоп какие-то, знаете, стоп-моменты. Не будем объявлять. Не будет. Смотрите, да даже про Евровидение сегодня вообще не вспомним ни разу. Ну, разочек чуть-чуть. Разочек вспомним, да? Скользь, пока. Хорошо. Все нормально, все хорошо, все отлично. Давай. Да, действуйте, как вам угодно. Давай, действуй ты. Да. Спасибо. Да, у вас даже тут намечены какие-то танцы. Мне нравится, что вы не стареете душой. Чего не скажешь о внешности, шутка. Ты хочешь месть, ты хочешь жесть, плохие вести. Мы будем вместе, как такой красивый город. Там счастье, столько отвратительных идей. Мы спали ночью, вырубаем на ходу, вырубаем на ходу. Между нами молния, с электрическим разрядом 202.
больше двух. За несколько дней. Вот ведь теперь все творится там, да, понимаешь? И измеряется. Конечно. Вы знаете. Тима Билан у нас в гостях, мы продолжим.